Всем привет, на связи Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и смотрите полезные видеоуроки. Сейчас мы с вами разберем новую 11-ю версию Logic и разберем, как эта новая версия может быть применима в электронной танцевальной музыке. Ну и узнаете, почему битмейкеры нахрен скоро будут никому не нужны. Итак, новая функция, которая появилась в новой версии, это Session Player. Мы когда открываем Logic, мы сразу можем его выбрать. Здесь у нас три варианта. Давайте начнем с драмера. Ну, в принципе, я его уже здесь открыл. И что он, по сути, из себя представляет? По сути, он пишет за нас драм-партию. Да, мы слышим не электронную музыку, а живые барабаны, но мы можем здесь выбрать Electronic Drummer. И здесь у нас будет Big Room, например, EDM, который, откровенно говоря, не очень похож на Big Room EDM. Давайте Tech House попробуем. Здесь уже что-то более похоже на Tech House. Причем, что интересно, он еще меняет BPM. То есть, если мы выбираем Dubstep, например, то он ставит BPM 75. И вполне себе нормально. Давайте выберем Tech House и посмотрим, что с этим можно делать. Значит, во-первых, у нас есть вот такая вот ручка, которая позволяет нам делать либо очень такую простую драм-партию, настолько, что она даже не звучит, либо суперсложную. Надо даже, несмотря на то, что мы сделали все суперсложно, тем не менее, в принципе норм. Дальше intensity, по сути, это, ну, грубо говоря, velocity. Ну, мы, конечно, сделаем по максимуму, чтобы было пободрей. И здесь мы можем выбирать различные пресеты именно ритмических рисунков. Например, вот такие можем выбрать варианты. Мне, кстати, пятый больше всего нравится. Он по дефолту, и он, кстати, прикольнее всего звучит. Также мы можем добавить, например, перкуссию. Здесь тоже есть несколько вариантов, причем их больше. Как добавить эту перкуссию, то есть какие именно пресеты ритмических рисунков у нас будут. Также здесь можно дополнительно убирать какие-то звуки, которые нам не нужны. Например, мне не хочется клэп, я его убираю. В целом получается довольно-таки неплохо. Ну, то есть это базовый ритмический рисунок, но как бы, а что еще надо? Здесь, в принципе, все, что нужно, есть. Fill amount — это сбивки, ну, то есть fill — это сбивка, и то, насколько они громкие будут, насколько их будет много и так далее, и насколько они будут такими комплексными. То есть так у нас тут будет вообще просто куча сбивок. Даже больше, чем надо. Но здесь я использую их прям совсем немножко, чисто чтобы разбавить, потому что, мне кажется, по дефолту их даже многовато. Да, оптимально. И свинг — это сдвиг. Если мы сделаем его максимальным, то, ну, он будет слишком сильный. То есть мы слышим, что не очень прикольно, но в небольших количествах это прикольная штука. Тоже на YouTube-канале у нас есть про свинг. И все, получаем драм-партию. Вы можете сказать: Александр, ну это же просто готовые пресеты, заготовки и так далее. Да, но вы когда крутите вот эти вот ручки, то у вас здесь уже получается довольно много всяких вариантов, как вы можете все это разнообразить, и получается более универсальный рисунок. Также можем зайти в DTL и здесь настроить все более детально, так как вам необходимо. Здесь настройки уже не такие очевидные, не такие заметные. Можно даже сделать хуманизацию, чтобы было чуть-чуть неровно. Видите, тут, если приглядеться, он даже не по сетке чуть-чуть делает. Ну и это очень сильно слышно, что звучит как бы так себе. То есть покрутите эти ручки, здесь вы можете дополнительно, да, какие-то более глубокие настройки делать. И, наконец, manual, где вы можете сделать вообще как хотите, хоть вот у вас, чтобы постоянно эти клэпы били. То есть вариантов довольно много, над чем мы можем поработать. Это напоминает нам
Dance EJ, когда еще давным-давно мы брали какие-то готовые лупы, а сейчас можем просто покрутить несколько ручек и получить, по сути, драм-партию. Кроме того, конечно же, здесь у нас используется вот эта драм-машина, где вы можете менять сэмплы. Например, не нравится вам вот этот вот кик? Ну, замените его на другой. Делов-то. Можете здесь его подредактировать, попитчить, убрать хвост, если он вам не нужен. Короче, все что угодно, как обычно, вы это можете делать. Ну и кроме того, конечно же, мы знаем, что при нажатии на X, ну, либо вот сюда, у нас открывается микшер, где мы можем обрабатывать отдельно каждый элемент. Например, отдельно бочку, клэпы и так далее. То есть, в принципе, полный контроль над саундом у нас как бы остался. И дальше, кстати, если вы, например, все это сделали, и вас уже полностью устроил тот ритмический рисунок, который вы получили, вы можете нажать правой кнопкой мыши «Convert to MIDI Region». И все. И у нас это превращается в обычный MIDI-клип, привычный нам, как по старинке. Давайте проверим, что у нас есть еще по басам. Например, вот бейс. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное — получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty — это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Здесь сразу можем выбрать пресет, который нам необходим. Но сразу скажу, что по басам здесь электронных музыкантов немного обделили. Здесь прикольные такие живые басы, ну, то есть живые бас-гитары. Но вот для как раз-таки электронной музыки здесь ничего нету. Но на самом деле подобные басы, они могут вполне использоваться где-нибудь в нью-диско, диско-хаусе. То есть никто не запрещает нам в электронном треке использовать живые басы. Это тоже очень прикольно. Но также мы могли бы нажать правой кнопкой мыши «Convert to MIDI Region», либо выбрать здесь другой какой-то пресет, другой синтезатор. Но все-таки мелодия, она будет, ну, немного не такая, как используется в электронной музыке. Хотя, в принципе, замени его на какой-нибудь Alchemy, вот этот ритмический рисунок, и поставь какой-нибудь бас. То есть, в принципе, мы получаем тоже басец, да, простецкий, но тем не менее, как стартовая точка вполне себе. Вот, меняем на электронный какой-то синтезатор с электронным пресетом. Теперь двигаемся дальше. Мы создаем еще один, это keyboard player. Здесь уже интереснее, здесь уже создается прям пианино-фортепиано. И звучит она, ну, прям классно. Блин, ну, по-моему, это красиво. Ну, реально классно. Здесь те же самые настройки. Complexity, Intensity, то есть громкость, ну, по сути, Velocity. Здесь также всякие там сбивочки, не сбивочки. Короче, по сути, все то же самое, что мы с вами как бы только что видели. Здесь, в принципе, вы можете сами покрутить ручки и как бы понять, как это все будет звучать. Но мне реально уже нравится, уже прикольно, классно, прям вау. Ну, реально прикольно. Помимо всего прочего, мы можем еще менять тональность. Да-да, например, мы можем взять и здесь ее сменить. Каким образом? Вот тут вот мы выбираем первый вариант, если он у вас не выбран. И здесь можем менять тональность. Ну, скажем, в фа миноре. Мне нравится, как оно было до этого.
И звучит, по-моему, прикольно. То есть мы можем делать транспонирование максимально легко, быстро, просто. Мы можем также добавлять здесь, помимо всего прочего, аккорды. Давайте вот откроем. Здесь chords, и можем добавлять различные аккордовые прогрессии. Если вы не знаете, что это такое, то ну, поизучайте уроки у нас по муз-теории. То есть это условное обозначение ступеней, от которых строятся аккорды. И это такая аккордовая прогрессия. То есть вы можете их взять за основу. Также можете поработать с ними, нажав G. И вот здесь вот также они есть. Например, первый у меня здесь, давайте возьмем... аккорд, вот что-то мне захотелось поменять на какой-то другой. А вот эти уменьшенные аккорды не очень приятные. Все, мы здесь это тоже можем менять. То есть, что имеем мы в сухом, как говорится, остатке. Имеем мы то, что, по сути, Logic теперь пишет музыку за нас. И наша задача просто крутить вот так вот случайным образом эти ручки и находить те варианты, которые нам нравятся. И все. И дальше, когда вы понимаете, что вот уже на 90% мелодия вот та, что надо, вы можете конвертировать это все в MIDI и уже вот оставшиеся 10% подправить там вот вручную старомодным способом из 10-й версии. Так что штука, честно говоря, прикольная. С одной стороны классно, а с другой стороны несколько грустно. Короче, такие смешанные ощущения. Напишите в комментариях, какие у вас вообще мысли по поводу того, что Logic реально пишет музыку за нас. Только не нужно писать банальные фразы, что настоящую музыку, которую пишет человек, никто не заменит и так далее. Нет, я абсолютно уверен, что лет через 5 вы не сможете отличить трек, написанный нейросеткой, и трек, написанный человеком. Так что вот такой прогноз я делаю. Ну и давайте пообсуждаем в комментариях вообще, что вы думаете по всему этому поводу. Ну а меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Пока.